попасть куда-то, ну, хотя бы не в топовую гильдию, где убивают Лича и Трайот Джайна, а хотя бы туда, где есть РЛ, который вводит в 25, хотя бы обычку, да, то есть потому что у нас никто обычку не вводит, я ЦЛК РЛить не берусь, потому что, во-первых, я много лет не играла в ПВЕ, вот, ну, я вынуждена, конечно, сейчас ходить в ЦЛК, но и ролить, конечно, ЦЛК я не возьмусь. Вот, и мы так подумали вступить в небольшую гильдию, чтобы нам вот как раз там хватало человек, чтобы 15 хотя бы онлайн было, плюс РЛ для 25-ок, который будет водить тот же Грул Магик и так далее. Да, насчет этого согласна. Очень много ребят, которые, вот я смотрю, они просто настолько бестолковые, человек даже не знает даже 50% того, на что способен его класс. То есть вот я прямо вижу, вот я вижу холипалов, у меня кровь из глаз от их спеков, от их хила. То есть тут очень часто еще РЛ-долбоебы берут два холипала. Да, ну возможно. То есть, ну, есть тут, правда, такие игроки, которые вот... Вот прямо стыдно, честно, становится за свой класс. За то, что... Я больше так к чему вела, к тому, что, как бы, конечно, лучше, чтобы свои где-то рядышком были, где-то вместе походить там в рейды и так далее. Но, опять-таки, почему не... Ты что там, кстати, вообще у тебя? А что за гильдия у тебя, кстати? Ну да. Мысли начать и коня целка вообще кто ги ну я не знаю кто такой Честер если честно я просто там-то у нас тоже такая была ЧСВшная сука, что никого не знала. Лимош. Честер X Плодин, который. Ну вот он пишет. ЦЛК Честер меня брал, он еще вчера писал. Лимошка какой-то. Это пульта мап. Так. Честер X или кто это? Вон Женя вроде знает, я не знаю. Да какие ПВПшные? Мы же до того, Славик, как уйти в ПВП? Мы же ПВЕшили. Все равно старых-то ПВЕшных игроков мы знаем. И все равно и нет-нет, в рейды попадали. То есть мы же не то, что там с самого начала были ПВПшниками. А у меня 2008 года 80 уровень. И причем первые годы я ПВЕшила, то есть там, это последние там 4, наверное, года я играла в ПВП, а так все в ПВЕ. Ну да, циркуль при смерти, согласна. Вот, и мы тут так подумывали, короче, тут один лог собирает частенько, короче, рейды, соул бро или как-то так, короче. Мне с ним так понравилось в рейдах, у него гильда небольшая. Я думаю, может, к нему податься. То есть изначально, как бы, да, я думаю, сейчас мы оденемся до 260, пойдем в иллюжины. Но что-то пока я не хочу в иллюжины, потому что у нас многие... То есть тот же Равен, вряд ли его возьмут панчить. То есть если я начну попадать в рейды, то Равен будет сидеть и курить, и ждать, пока там кого-то будет не хватать, и его возьмут на крайняк. То есть мне жалко человека, поэтому, скорее всего, нужно идти в маленькую гильдию, где все, кто пришли сюда, будут попадать. То есть с нами, получается, играет вот Женя Катастрофер, я не знаю, знаешь ты его, не знаешь, потом... Угу. Потом... Гурский, ну Гурского ты должен знать, потому что он... Больше ПВЕшник, конечно. Вот. Потом Мульти. А Мульти ты, скорее всего, тоже не знаешь. Он играл на Альянсе, потом пришел сюда. Равинфлай, Чопс, Северного Сияния, Вар тоже с нами тут играет. Потом, ну, ПВПшников ты точно не знаешь. Адская, потом... Тут еще. Ой, блядь, ты все со своим Ютубом. Пускай, говорит, на канал подписываются. Адская всех убивала в дуэли. Адская хорошая. Вот. Короче, как-то так. И я прям вот даже не знаю, куда податься. К себе, конечно, тебя не зову, потому что, скорее всего, день-два, и мы тоже отсюда уйдем. Возможно, в будущем можно будет вернуться
в свою гильдию, если там приоденемся, может быть, с какими-то хорошими ребятами, обратно в свою гильду, может быть, какие-то статики и так далее. Но это не сейчас, конечно. Сейчас прогресса вообще никакого нету, нам катастрофически не хватает людей. Ну да, а ты же водил рейды, чё сам не водишь? Собирал бы себе сам. Ну, мы, может быть, сегодня, хотя нет, не сегодня, может быть, завтра пойдем в кару. Да что-то я, если честно, мне неохота в гильдии больше ничего собирать, кого-то ждать. Мне проще, на самом деле, в соло КД навешать. Ну, или не в соло, он кто там, Женя, пара чек онлайн кому-то плюсану. Кстати, у Гурского такая же проблема. У него такая же фигня в плане того, что периодически кого-то периодически не слышно. Да, бывает. Тогда вообще жопа полная, он там 100 раз и переустанавливал, и сносил, в общем, не знаю. И у тебя, видимо, так же. У меня вот нет проблем с Дискордом на самом деле, что удивительно, обычно у меня бывают какие-то проблемы, у пацанов нет. В чате. Ебал я этот Дискорд в рот, блядь. Ну, надо что-то с этим делать. Если ты хочешь ролить, конечно, надо. Да. Из-за того, что он говорит, я систему переустановлю, может быть, из-за этого, опять-таки, я не вижу связи. А чё у вас? Тебе, конечно, в цехе приодеться. На 10 человек. Я вот что-то, кстати, нету. Говорила. Призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом а в ЦЛК-то ваша гильдия ходит 50 клубочек? Противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в Цитадель Ледяной Короны. Да, мы тоже не с первого КД убили профа. Мы убили профа на каком КД, Жень? На третьем. На втором КД удалось убить, потому что на первом КД мы пошли, с нами был конченый эрдруг, который нихуя не мог захилить. Я там холипалом одна корячилась. На второй КД с нами попались хорошие. Убили профа, почти убили синдру. Конечно, нет, тебе надо оттуда проваливать, если честно, если у вас профа в 10 к нему прибить. Хотя бы слить. Обычку Элагеру по гильду солнца. Да. Зуламан тут сходила. И в РС-ку, и Зуламан везде. Мы пойдем. А он ходит с такими. То есть я несколько раз попадаю. Равен тут у нас тяжело ему попадать. Мульти плохой онлайн. Гурыч работает до вечера. Женя то куда? С кем-то сболтаться. Ее всегда везде позовут. А если ты еще... Ну, нет, это почти куда-нибудь в гильдию. Опять-таки, куда... И с ребятами объединим гильдии, тролливали. То есть, когда ты говоришь, что у тебя там многолетний опыт на личе, тебя сразу, о, пойдем к нам, там, тра-та-та, короче, тем более хил. Ну, короче, Павик теряет. Гильдию вступить. У тебя такой большой
Ну, Пеппер, блядь, на Сирус. Нету. Мне понравится там играть, типа, поэтому... Я вот... Пишу, если он переиграет. Вот написала тебе ВКонтакте. То, что я помню, мы же с тобой первого посланника Титану закрывали. Мишку... Нет, Титан. Да. А, ты... Хорош! Да все, все, не ругай. Мало рукастых людей, которые за свой класс выжимают максимум. Когда попадаю в Холли Паладина 240, не надо мне рассказывать того, что... Славик, и это все люди... Он же не... Ну, не все. Есть ребята, то есть на свой класс. Они играют на свой item level и на свои возможности. Но бомжей много, согласна. 60-270, я не знаю, иногда поражаешься. Там вообще дамажишь или только мне пишешь? Ладно. Короче, Славик, если мы найдем подходящий играть. Перспектив говорит. Но сегодня, конечно, возьмем. Что хоть ты переживаешь? Говорит, не убивают Клича, например, там, да? Не факт, что они его через там неделю или через месяц. Гильдию сразу Лича 25 гер, да, троить Джайну и против. Вот, то есть, возможно, я говорю, чтобы все попадали, вступить в какую-то небольшую гильдию, помочь ей в развитии. Люди с фулл тактикой, тактиками такие. Поэтому если мы куда-то там в гильду вступим, и я увижу, что гильдия... Тут после Лича, какую Джайн, не шаришь, да, я так понимаю? Я тоже не знаю, какую говорят. Короче, здесь своя тактика, придуманная самими администраторами.
То есть это дополнительный босс, целка 25 герк. Люди даже лута не знают, который падает с этой джайны. То есть еще ни один, ну, еще ни одна гильдия на сервере не убила эту джайну. Она сложнее лича. Вот, ну, не знаю, как там, сложнее раз 25 герк или нет. Но тем не менее, то есть у нее собственный лут. Я так понимаю, возможно, эти там самые посохи, как ШМ собирают колки. Возможно так, я не знаю. Но в стриме там чувак с Асгарда, да, Ретрик? Мы до третьей фазы и типа раскрывать все ее способности. Потому что, говорит, у нас идет гонка с теми же Джоксами и так далее. То есть здесь есть дополнительный босс. Целка 25 кер. Джайна, вот. С нее особенный лут и особенные тактики, которых нет нигде, ни на офи, нигде. Поняли? Валенки, блядь. Мы вас учили. Так что, в общем, я буду иметь в виду, да, Славик, если мы куда-то соберемся в гильду, можно позвать тебя с собой, и ты будешь играться с нами. Если гильдия эффективная. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу. Ты хороший человек. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Давай, Славик. Рада была тебя видеть. Я тебя потом... Антис, из трусов. Потом поменяю на свой ник, все мои ники, блядь. Половина моих ников в бане, потому что я за покупку голды мне дали перманент, а половину занят. Ой, ну я вижу. Тебя погубит твоя самоуверенность. Ну, сейчас посмотрим. Это фигня, чьи... Крадет в это самое сами украдите. Косты рвится под босса. Мне кажется, не рвем кост. Потому что я знаю. Плюс слышь. Все слышит, но. Роль Пейнфер. О-о-о. Чего ты у нас? Он серьезно надо пацан? Череп захилился, череп ДПС. Так, спелли их нахер. Давай, лови это. Рейд добивает босса. Пацаны, кого напрягает эта херня, могут свичнуться, я не... Поставьте ауру. Она есть. Сложил. При... Забываю. Или... Масса захилили. Так, что сейчас будет пламя легиона последнее. Эмперик. Она что, в мелизоне разлилась?
мечами сразу. Ханролл, ну ДКшка. Так, она ждется. Не запускайте пока следующего босса. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! А, запустите босса кто-нибудь. А, запустите. Нет, не запустили. Так, что у нас? У нас есть три ДКш. Лестница будет состоять. Глерон первый выходит. За ним магичек тянется. Фаворит уже притягивает в туловище. Даем цепи, все дела. Танка надо спикнуть. А я все скажу. У нас два танка есть, по идее, если третья милька вылезает. Так, что у нас там? Леомалис? Так, народе, посидишь. У нас ты, килька. На тебе звездочка. Думаю, знаешь, что делать. Я посижу на ромбике. Так, милики там у них еще есть. Так, Тирия вижу. Вот, брат, давай в танка. А, вот, не надо его смотреть. Другой вар. ДК, значит, на тебе будет шокул. Ой, какой, фу, шокул. Вот, брат, ты тоже в танк, держу в курсе. Вулфрендер из первой пати. Трусы на тебе. На медбратья. Просто Войд, понял. Я просто насморк сейчас вообще не могу говорить. Турсы на медбратья. Да, ты, нет, ты луну. Смотрим, что мы делаем. Сейчас ДК она притянет черепок. У них, сейчас покажу остальное, что у них есть. У них маг там будет в рейде. После того, как убьете ханта, свичитесь все в лока, крестик. Он будет давать всякую херню, касс ему надо будет сбить Hellfire. Крест не на тебе висит, держу в курсе, Перик. Чё, после этого заливаем квадрат. Чё делаем? Мы отводим их в одну сторону, рейд притягивает череп. Когда придут сюда, это вся херня, лог даешь. Контроль по Меладору, по хилу. По второму хилу там, то это у нас самол, по идее, будет. Дашь по нему шип, хотецкая. И антар-очиститель, дадите фир. Сливаете череп, крестик, квадрат, и после этого идете за миликами. Заходите справа. Вар, кликни на хп какой-нибудь. Как только мы туда влетим, дадите мастаунт. У нас два мастаунта, должно быть. Танки слева заходим. А кто танков будет хилить? Ну, Квилет. Квилет, давай к нам. Танки, наша задача просто выжить. Не надо там танчить, придумать всякую хилу. Просто выживаем. Не вижу еще одного... не вижу еще одного вара. Где у нас еще один вар? Войд, ты где? Да-да, танки, если у вас есть, оденьте слабый какой-нибудь щит. А где этот Войд, я не понимаю. Дупло, либо его здесь... Войд, это право, нам на другую сторону, братан. В ронгвей. Так это и есть лево. Так, все, давайте. Все готовы. Танки свои таргеты взяли, забрали.
вытянули и держим. Так, притянули. Давайте, давайте, Геру там дали. Беги, малышка, беги. Отойди. Куда нахер? Ужин. Квилет сам справится. Если что, даешь по себе. Кто там с голосом? Говорите, что у вас? Дайте маз диспел дайте по черепу. Кто-то вылезет. Просто исчезну. Нас Рогус. Сиди за. Скумер. Все, нет еще. А, ладно, держи двоих. Я пойду помогу там кому-нибудь. Ну, на крестик сразу же снимайте. Понимаю. Все в квадрате. Дим, вот. Сейчас ты там дашь. Да. Давай вот оттуда и все. Убили квадратик, нет еще. Да не маз диспел, мы точно в дисплейте и все. Глыбу продиспелили, маз диспел. Маз диспел. Или его, Меладора забанили в саму цель. Все, в саму все сыграли быстро. Не ауешь. Кто-нибудь там дайте атмосферу, чтобы они побегли тупо по пульсе. Все, вижу атмосферу, молодцы. Добиваем Тара и забиваем сразу Бельдора. Все, подождите, а где Рога? Я не понял, а, нашел. Что-то забыл, что у нас Рога куда-то там исчез. Тут все. Давайте, Приста забивайте, после этого сыграете в Билмора. Почти идеально. Да там вам в два вара, я хз что делать. Эти два стана просто. Ты даешь стан, он дает стан. Ты даешь стан, он дает стан. Согласен. Два фера. Впал. Ура. После этого друида забьется. Вот он встал. Давайте. Чуть-чуть осталось. Все. Вдруг выйду. После этого я вам сейчас... Какой-то там рук сейчас. Не... Стоп, а больше стащит. Кто из рук? Мне показал. Брал рогу.
А вы его почти убили, молодцы. ДКшники, которые в рейде. Таутил. Рогу еще покадаю. Чтобы до тряпку не убило. Так, все, добили этого, да, играем в Рогу. Дизарм, тыкните к нему. Еще не забыл, как называется дизарм. Так, ну ч. Давайте все в шкашника. Самецом. Прикольно. Не. Нет. Почти все. В ДКшника доиграли. Бьем что-то. Ладно, что убили с первого пула. Может тут же сопоставить сейчас? Мне бы подчиниться надо было. Поставьте Дживс. А, все, нашел. Отошлись к началу, босс не спускаем. Че там, танк тринк упала? Парня, танк тринка есть? Нет. Да ёперный театр, сколько лет за них хожу? Прямо таки уж лет. Да на самом деле полгода хожу. Сделайте фул рыба. Богато. Два джифса все. Богато. Так, еще сейчас у нас будет. У нас сейчас валики, кстати. Надеюсь, не сдохнем. Парни, ролится только на один спек, не надо евреи. Все отошли. Все сюда отошли. Да да, все спекнулись танки, которые были на этой херне. Мат-брат, мат-брат, в ДД спекать мне не нужен. А чё он делает? Он тебя... Он на тебя МК не кидает или чё? Ну, тут согласен, конченый. Бля, ну-ка все отошли, ну-ка все отошли вовнутрь. Ну-ка вот сюда отошли, вот к Аскелону все, к звездочке быстрее отошли. Я не знаю, как они реагируют на Джесса, с пульс или босс. Потом всякий случай отойдите. Чтобы сейчас съебались по-быстрому из рейда. Не, все нормально. Так, Вар, даешь, бьешь. Берешь белую, бьешь черную. Весь на пул. Первый на пул дадите Вара. То есть роги там всякая ханты. Возьмите сначала белую, пожалуйста. На пульте. Рибаф сказка спадает. На пулем, потом нам надо бежать к черной, там брать. Да. Пусть я ее просто сначала белый. Пашку. Не помнится. Паренек. Пашет.
хватает уж чего-нибудь. Если не хватает. Все остальные ушли, кроме... Напиши детский, потому что вам нужно что-то бабло. Пимас, тебе не нужна касса. Не-не-не, вот этого помочь мне. Кто в отпуске, кто у нас там? Паладин. Что уже, да? На 3 паладин, все, НП 5 важно. Какая разница, 50. Так. Тоже касается. Блять, бомжей дали. За что? Угу, ДРД. Да, ОГА. Буду держать здесь. Да, да. Стоят мильки, в другой точке стоят. Череп бьем пока что. Мысль, там нормально баг. Сейчас тут и остались. Посюда. Давайте в черную ДПС побольше даем. Пары. Сам. Черную. Вон цвет. Друга или там кого-нибудь другого. Вот собака. В черную все свечи взяли. Взяли белую, черную свечи. Больше ДПС по черной. 5 секунд. 10 тысяч. Их нуля. Убиваем Так, запустили босса там, я надеюсь. Не, не запустили. Нихера надо, давайте постоим, подождем просто, так. Разгоните хилку. Так. Мэтт, брат, давай в танк спекайся. Так, кто у нас из ДКшек такой веселый, кто ж ты кинул у нас ледяную херню? Конечно, я умею это и выйдет, но я не уверен, что другие смогут. Могильщик 400 хпс, неплохо. Не, ну в туловище 700 хпс, это сильнее. В туловище кинул бомжей.
Ай, пофигу. Сейчас на изи чаханул бубьем. Я и пойдем отдыхать. Так, парни, кто хотел бы с этим рейдом пойти на уни 25? Плюс... На РЧ, короче, вам. РЧ, кто пойдет на уни 25? Да, кто не пойдет, нет. Так, чего у нас не будет? Бан. Ну, короче, у нас половины хилов не будет, половины ДДшников, забейте. Это как, это Кёки, что ли? Да, я и уходить на... Ты серьезно хочешь сказать то, что она пришла сюда только за трофеем? Да. Ладно. А все равно только 2 эрдру и 1 ДК. Посмотри вещи, и здесь ни хрена не надо будет. Мне голову поменять надо на сетовскую, а тело на нонсет. Ну, проснется, нет. Ну, это нормально, правда. Не, ну я вижу у него бриллиант, ну... Я уже не хочу отдавать. Как бы жадность — это мое второе. Все херня, у нас в гильдии есть чел с твина. Шестая категория, даже еще пятую не получил. 2 бриллианта. У меня упало. Да, ну, я такой положил. У меня упало, за которого я не играю, 3 бриллианта. Что? Не пятый, шестой. Нет, ты меня точно разозлить хочешь, да? Рыбу поели заново, все. Так, вот вам 3 танка, парни. 3 веселых друга на пул даете в звездочку. А, Пимас, ты на сферах посливаешь их. Бопы не работают, поэтому на сферы максимально. Ну, и эвейзим, конечно, но... Что-то я не понимаю, как здесь начало все работать. Так, такое чувство, половина работает, эвейд, половина нет. Все встали сейчас за боссом. Смотрим, что делаем. Мэтт-брат, подводишь моба. Этого самого. Под босса. Этот самый. Банка кильки. Пимас тебе сольет отдельную лужу. На него заводишь второго моба. Сначала свечимся того, который под боссом. Потом в банку кильки. Поняли? Молодцы. Не поняли? Плохо. Mountain Roll. Я про него ничего не говорил. Так, все, я даю до БМПу пуляю. Пимас, не бойся, вот сейчас убьешь их, они до тебя не придут больше. Справедливо? Я думаю, да. Пожалуйста, все. Второго на луже, там подхильте, банку кильте кто-нибудь. Выйти его. Свичнули все. Покидываю багро. КВ. И сыграли во второго КП. КП сильно играю. Я его притянул. Лоба. Сприти. На луже его заведи, все. Через 2 секунды. Милый, ой. Мерч не сдохнет. Заводи его на ту лужу. Я начинаю босса потихонечку отводить. Нужно в трэш сыграли. Трэш залили весь на второй луже. Так, Глерон, отошел с той лужи быстро. Слепо больше сфер здесь. Снепимас. Сова может Старфол дать по фану. Все сливаем. Жуков никто, это самое. Ну вот это самое. Прожмешь бабу, короче. Найс, окей. То еще нормально. На пути не бегай, могильщик. Срежет же. В рей...
В Дискорде у нас все меньше и меньше. Берег, отойди, на лужу зайди. Через сколько оно вылезет? Лужу мне оставите хотя бы одну. Войд, не спами. Ну ты спросил, через сколько? Сейчас выкопать через 7 секунд, готовимся. Я заведу его на эту лужу. Так, что у него по процентикам, дофига. А будет еще одна перекопка. Трэш, трэш ловим. Под босса заведи, мой брат. Будь тебе босса, я не знаю, он жуля крови нет. Буду. Давайте бойся трэш. Идем на лужу. Трэш ловили, положи. Бля, дали бы геру перевели бы. Ладно, пофигу. Давайте трэш заливаем и идем играть к боссу. Бать, это что, прикол? Дайте по мне боб кто-нибудь. Боб по мне, да? Не-не-не, все, не сбрасывайте, идите от лужи. Оно это самое, не сбрасывалось. Не работает тот физический боб, как я и говорил. Илкар, давай, выживай. Меня преследуют. У вас бурсты, что там тут там, парни? Сможете 8% залить до первого трэша? Как залить? Так, все, давайте в босса сыграли полностью. Трэш пошли. Левым оставил, но видишь, пройду. Или трэш после. Почилиться все-таки. А, даже так. Да там тебе моба. Клик на хп, дайте кто-нибудь. Зачем? Куда? Что у нас? Пора иду, парни, меньше просил. Давайте, прохиливайте, сейчас меточки не потеряете. Так, кому ничего не надо, все, пошли отсюда, ничего не отдам. Ролю сейчас сначала, ну, после этого все остальное разрулю. Спасибо. Все, всем удачи, парни. Так, тебе что-то надо отсюда? Ксецкая. Не, понял. Анрол идет на воздух. Хотя погоди, Кирка, тебе что-то надо отсюда? Тут только пояс упал, я бы взял бы. Да, пояс. Так, в Андреэль 96 вижу.
Ой, улетел как. Прям захотел и заролил тупо. Прецедзион. А я думаю, я не могу ему лута дать. У нас пол рейда просто рассосалось. Ноги никому не нужен офспек кожа. Достаточно сомнительная нам тело и трогу. Ну, хотели. Вот видишь, как много людей хотел на Оне? Я же тебе сказал, там... Пол рейда ливнёт, блядь. Есть холодный дизенчант? Я кину в обменник вам шмотик. Ну, башка кильки, забирай кольчугу на вара себе. Так... Плюс они эти в рейд, кто ждет тупо сфер рыцаря и авангардов. Да у него есть такие, блядь, запы, нахуя ему, блядь, у него там, блядь, это ж такие... Во-первых, блядь, у меня запы с РПБ, они идут на комбат, а не на мутика. Если ты заметил, я мутирога. У тебя там и хоста есть, блядь, какая разница. В смысле, мне нужны запы с критом. Пиздец, парень, ладно. Давайте сейчас решите между собой, я отдам одному из вас. Так а в чем, блядь, если б мне не надо было, я бы не ролил. Окей. А если у тебя там такие же, блядь, вот точно такие же там. Я повторяю еще раз, мне надо на мутика с меткостью запы и с критом. Пиздец, я хай, ну у меня, блядь, типа запы, и че, блядь, из-за того, что тебе там из-за того, блядь, и крит. Зелё, он мутик, типа, отдал. Да, какая, у него там, блядь, и самое главное, чтобы там была там хас, блядь, чтобы у него там и яды, блядь, и стакались. Я же, блядь, знаешь... Чё, мутику блядь, самое главное не хаст, а меткость, понимаешь, ну, ты, блядь, меткость. Блядь, мутик, ну так. Смотрю, как ты будешь играть, да. И мутик я тебе более, ну, блядь, говно реально, блядь. Ну, бля, чел, ну, как бы, я твое мнение, конечно, уважаю, возможно. Да, так, парень, все, стоп лута, даю Раковину. Ну, просто у тебя, блядь, ну... Потому что он мутилой трогал, во-первых, во-вторых, он ДПС больше дал. Просто полупешный, поэтому, блядь, и говорю. Никому не нужна эта фигня. Так, честно. Бля, у кого есть вообще энчант? Я вот просто, у меня помойка в инвентаре. Энчант плюс мне в ПМ, а там весь шмот отсюда. Никому шмот даже не нужен отсюда, нахера я повел этот рейд вообще? Трансмут можно? На трансмут, нервал тебя на мейнспек. Ну да, на хиловке. Спирай. Давай обмен скиллон, быстрее. Не тормози, найди меня. Нет, я поставил. Ну, это неинтересно, найди меня лучше. Давай. Тебе зап тоже отдать или не надо? Да. Нет, чё там, на руку ж вроде ничего не падало, если память. Почти ничего не падало. Но я сейчас все разрочено было. Если чего-то не было, вы можете мне об этом сказать, я поищу себя в инвентаре. А подождите, парни, арбалет есть на рогу. Да, вот арбалет, мне кажется. Вот на рогу, вот самое то, давайте рулить роги. Раковина 9, давай, пока. Хантдвор 21. Отдай ему, он мне просто вот запа отдал. Запа он тебе отдал все-таки. Давай, иди сюда, Раковина. Ну, бля, у него ПВПшный, хуй с ним, я как бы, блядь. Обмен, просто кинь и все. Я как бы уже ладно. Потом выбью. А, ссылка когда-нибудь выбьешь, да? Да. Я вот так же просто одевался. Ладно, спасибо за рейд, парни. Так, парни, чего вы ждете? Утешение Пашек-то у меня есть. Парни. В любом случае, у вас первые банки кильки, во-вторых, я написал там анролл. Я не знаю, зачем вы ролили.
Хайндал выкидывает 54, Энерджайзер. Энерджайзер, нахера это у тебя глаз Мактеридон, то же самое. Пожалуй, он даже лучше, чем... У Хайндал почти такая же фигня. Да. А дам пару луфи, все. Так, там остались вроде запа, я вижу на кого-то. На Эрпала. Так, давай обмен сюда. Кто там? Кому там отдать нужно было эту херню? Утешение павших. Так, кто-то ролил запа? Нет. Войд в Андрея. Войд, давай обмен. Ну, у тебя... У тебя что по мастерству? Скажи, Войд. Сколько из скольки? 24, не было, не такая, здравствуйте. Шмота вроде больше нет. Так, держу в курсе. Ролю вот эту херню. У меня есть 5 штук. 5 челика с лучшим роллом получит ее. По одной штучке каждый. Так, 82 вижу. Войд один получает банка кильки. Войд банка кильки. Скиллон. Ля, секунду, да я пойму, я что-то вообще нихера не понимаю, кому отдать надо. Где тебе, мне. И Андерворму, по идее. Так, Андерворм забирай сразу. Войд, обмен давай. Надо найти бы еще всю эту херню. Так, давай, обмен этот самый. Килька. Так, и еще вроде за... Я кому-то еще говорил, дам то, что или нет? Если нет, то котецка, давай, иди сюда, обмен там. Все. А, еще вот это вам. 4 штуки. Дам по такой же системе. Андедворм, Вандриэль по одной штучке получит. Вандриэль и Нирел, давайте по обмену мне. Мне оно не надо. Слава богу. Следующий обмен. И себе забрал, и подруге отдал. Так сказать, неплохо играешь. Все. Так, еще один кто-то был, ролил. Нет, ну ладно. Могу еще один дать. Пацаны, вот один еще отдам, кому надо. Кто быстрее обмен даст, там и отдам. 50 голды. Банка кильки самый быстрый, так сказать. Спасибо, Зари. Дай подожди, найду эту херню еще. Парни, ничего с ультом не просрался, не забыл